Когда начал заниматься боксом? Ну, в секцию бокса вообще меня папа привел в 7 лет, когда я пошел в школу, пошел заниматься боксом сразу. У тебя были 3 боя, и все 3 боя окончились нокаутом. Это твоя фишка? Нет, я не хочу сказать, просто, ну, я выходил, боксировал на исход, то есть изначально я никак не рассчитывал, боксировал, а там как получалось, как бы так и получалось. Ну, то есть ты как бы не всегда стараешься завершить нокаутом? Я не стараюсь, нокаутирую соперника, я просто, ну, боксирую, и там уже по ходу боя показывается, будет туда, не будет туда. Ну вот смотри, ты стараешься как бы, да, выложиться в первых раундах, а не боишься перегореть там? Нет, абсолютно. Я не стараюсь выложиться в первых раундах, я рассчитываю на весь бой. Угу. Вот, и, ну, в принципе, то есть боксировать достаточно длительный период работы над этим. Тебе не жалко своих соперников? Ну, в ринге я делаю свою работу. Конечно, в ринге мы являемся, можно сказать, соперниками, врагами, а, конечно, чисто по-человечески очень, ну, жалко, естественно. Тебе предстоит бой с Милославом Буковским, который проиграл судейским решением Андрею Чунцову. Смотрел бой? Да, я присутствовал, я боксировал на этом вечере и смотрел бой. Как расцениваешь свои силы против Мирослава? Ну, опять же, я, как уже говорил, забегать вперед не люблю, как бы выйдем, будем боксировать. Милослав хороший соперник, я думаю, что мы покажем достойный бой. Планируешь завершить нокаутом? Я повторюсь, то, что я ничего не планирую, я планирую выйти и хорошо отбоксировать. А как проходит подготовка? Подготовка проходит хорошо. Сейчас на данный момент тренируемся в Воронеже, готовимся физически, готовимся в спаррингах. В общем, в целом все хорошо, в бой подойдем на высшем уровне. Тяжело было влиться в ритм после последней победы 13 августа? Нет, как бы я из него и не вливался. Я отбоксировал, один день отдохнул и продолжаю тренироваться и подготовиться к следующим боям. Смотри, недавно ты подписал контракт с Victory Team. Какие планы по развитию в дальнейшем? Ну, я не люблю большие планы строить наперед, как бы. Ну, просто подписал контракт, когда рассчитываю на сотрудничество, побоксировать в этой промоторской компании. Вот. Есть еще, знаешь, на ближайшее время какие-то бойцы, которые бы, ну, тебе было бы интересно с ними побоксировать? Тоже затрудняюсь ответить на этот вопрос. Мне предлагают соперников, мы ведем с моим менеджером подбор, как бы, и из этого исходим. То есть интересно боксировать с каждым соперником, каждый по-своему индивидуален. Смотри, ну вот чисто психологически, ну и вообще просто по тренировкам, вот выиграешь бой или проиграешь, вот в двух вариантах, что будешь в дальнейшем делать? Как бы в любом случае, что выиграл, что проиграл, нужно дальше тренироваться. Если проиграл, конечно, не лучший исход, но нужно делать выводы и делать работу над ошибками, настраиваться на следующую победу, ни в коем случае не пускать руки и двигаться дальше. Отлично. Что пожелаешь своим болельщикам? Своим болельщикам пожелать я, конечно, затрудняюсь, просто хочу сказать спасибо за то, что поддерживает, за то, что болеет. И мне это, я это чувствую, мне это приятно. Спасибо.